Всем приветушки, хайку, друзья мои, мы продолжаем. Бегун героический мы все еще недоступен, зато доступна вот эта хренотень, которая типа убить Векс там за 3-10 минут. Я думаю, мы ее повыполняем. Я выполню с этой стороны, ребята, с другой, и все будет хорошо. Пожинай славу в этой битве с Вексами. Рвись в бой так же яростно, как это делает великий Осирис. Так, мы немножко здесь посидим. Лобысь. Закрываем. Number one. И number two. Хлобысь. Есть возможность повеселиться. Я думаю, чувачел справится. Мне это больше интересно, где же здесь сундук? А сундука здесь нет, потому что не знаю почему. Но он здесь есть, блин. Там сундук есть, вопрос только где? Он прямо с края вот где-то здесь. Я это в Солянова делал миссию. Скажу вам, в Солянова она еще сложнее. Он где-то на втором этаже должен быть. Мы все герои. Надо вон ту хрень убить, которая по центру. Вон та большая жлюка. Ох, я помню, в соло ее долго бил. Пришло больше таких стражей, как ты, то, пожалуй, мы бы смогли раскрыть все тайны Вексов. Ну да. Но нет. А может и да. Какая, в общем-то, разница? Да, и, кстати, если в прошлой серии в конце там не было звука, прошу прощения, друзья мои. Я не хотел, чтобы так было, но... Что поделать? Все. Ну хоть за это удали. Так. Где-то здесь около миссии есть сундук. Скорее всего, он
Где-то даже не знаю где. Но походу не здесь, он где-то наверху. Ох, и некрасиво вексы поступили, что все здесь расхреначили. Достаточно никаких пещер, ничего интересного, да? Как бы, как всегда, просто так сюда спустился, да? Люблю такие дела. Это просто так. Непонятно зачем. Спускаешься в непонятную хрень. И тебе за это ни черташеньки не дают. Мне кажется, она где-то вот там вот. Нет. Короче, она как-то там, но как туда попасть, а хрен его знает. Вот мне интересно, что будет, если просто зайти сюда? Просто так сюда не зайдешь, да? Угу. Ну, в принципе, предсказуемо. Так, ребят, давайте вы не будете портить мой праздник, какой бы он там ни был. Вексы, знаете, умрите. Сколько за него, кстати, дают? 55. Ну, плохо. Не достроишь. Ну, в любом случае, заглянем еще в одну хрень. Во-первых, поговорим с ним. Я напишу о тебе в примечаниях к моей следующей книге о путешествиях Осириса по бесконечному лесу. Это будет важное примечание. Вот, получать знаки ежедневных приключений у брата Венса, чтобы пройти приключения на Марсе и помочь Осирису защитить бесконечный лес. Да, каждый, конечно. Каждый из нас ищет собственный путь. Мой путь. Стать хранилищем мудрости Осириса, его знаний и легенд о нем. А твой это... Минутку, сейчас придумаю. Тебе довелось много сделать во славу Осириса. Одержать победы, которые он бы оценил и вознаградил. Уж поверь мне, ведь никто не знает его так, как я. Итак, мы идем дальше. Исполняем свой долг. Даже если великий Осирис никогда не узнает,
что это был я. То есть, ты. Вот, их можно теперь выполнить в героическом режиме, наконец-то. Начиная с вверх и снова вверх. И нам дадут за это намного больше различных плюшечек. Но я попробую сейчас заглянуть сюда, вот, и, возможно, пройдем один героик. Притча говорится о грядущем. Мы должны познать настоящее. В общем, вот та книжечка, про которую я говорил. Типа ее активируешь и пошло-поехало. Но эту хрень я пока все еще не открыл. Так, ладно. Вообще в этой локации технику невозможно призвать. Лол, seriously. Ну, кстати, даже не активируется. Прикольно. Ну ладно, так, где у нас находится эта фигня? Она находится вот здесь вот. Отстань. Отстань. Где-то вот там. Вот там. Где-то здесь. Вот. Вот и вход. Надеюсь, дадут что-нибудь интересненькое. Ну, хотя в любом случае сюда сходить не лишним будет. Чтоб там не дали, кстати. В принципе, даже если ничего не дадут, ну, все равно не лишним. Типа посетил закрытую местность, которую до этого ни разу не видел. Че нет-то? По-моему, здесь красиво, кстати, даже. Можно сказать, могилки вексов. Храм. Блин, кстати, красивый. Сейчас убьем вот эту всю наглость и попробуем посмотреть, что интересно, красиво. Ну, так понимаешь, что это статуи вексов. Или нет? Так. Давайте мы будем жить дружно. Это во-первых. А во-вторых, я вас просто буду убивать. Можно? Спасибо. Вся игра через прицел. Вот мразотный-то, а. Да пошел ты бегать за мной. Ты вообще охренел, что ли? Видите, даже триумф завершили. Чё почём, а это прикольно. Ну и заодно наградку забрали.
Да, что-то там дали. Говнецо, правда. В принципе, можно пользоваться. Ну, как-то так. О, а здесь, кстати, княженцы. Надеюсь, Осирис будет рад. И доволен. Потому что мы зачистили эту логу. Потому что, в принципе, все окей. Им что-то кажется, что там был короткий путь. Ну ладно. Просто, видимо, я его не заметил. Зато у нас теперь есть УЗИ. Это круто. Так. Сейчас мы попробуем выполнить вверх-вверх-вверх на героике. Хотя зачем, в принципе? Да вы охренели. Мистер командир, тебе обязательно жить здесь? А если я вам сейчас люлей наставлю? Почти в хламину раздолбал. Там соединение, в принципе, можно поднять. Так, где у нас здесь? Здесь где-то внутри. Ну, все логично, я даже знаю, где внутри. Какие-то постоянные войны идут. Оу. Надо убить ту большую хрень. Думаю, что-нибудь мне за нее дадут. Как минимум уже дали, на самом деле. Воу-воу-воу, они какие-то очень жесткие. Ну-ка, на-ка.
Мегаемся от этой хрени. Убиваем моих мелких храбиков. Вау! Ты здесь откуда? Блин, она смоталась, да? Фак. Обидно. Так. Ладненько. Дерево вероятности налет и сад налет. Ну давайте подождем 30 секунд, начнем открытое мероприятие, и после завершения этого открытого мероприятия, думаю, завершим на эту серию. Будет последняя серия на Меркурии. Сириса сбываются. Разум бексов телепортирует своих служителей из прошлого в будущее. Ты стоишь на нити, соединяющей прошлое и будущее. Подготовку к битве и победу в ней. Ай, больно. Ау, 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 ау. Два портала сразу закрыть никак? Нет, вот просто интересно. Ладно. Куча этих засранцев летит. Это было больно. Бейте владыку врат. Ля-ля-ля-ля-ля. Тот момент, когда он только появился, мы уже здесь. И начинаем его долбить. Ай-яй-яй-яй-яй.
больше таких стражей, как ты, то, пожалуй, мы бы смогли раскрыть все тайны вексов. Мы с ней, походу, героик завершили, потому что очень быстро всех убили. Ладно, поведем, посмотрим, в чем разница между героиком и, так сказать, обычкой. Че, фигня меня отталкивает от себя? Как всегда, долго загружаемся, но это нормально. И это в порядке вещей. Вексы запустили симуляцию отступления падших. Я хочу, чтобы ты их атаковала и помешала эксперименту. Сколько бы прогнозирующих программ они не использовали, наш страж все равно станет для них сюрпризом. Снова. Такое ощущение, что они на героическом... Мы с Осирисом устроили небольшую суматоху в другой симуляции, чтобы прикрыть вас. Но вексы знают, что мы заинтересованы в эксперименте с падшими. Поэтому ожидайте подкреплений. Как всегда. Так вот, такое ощущение, что они, типа, знаете... каждый раз все-таки стараются привнести какой-то плюс... Молодец. Типа вам будет сложно, но вы справитесь. Плюс Узи в том, что с него можно стрелять прям вот не переставая, и он будет неплохо довольно-таки всех дамажить. И это очень классно. Минус в полете. Знаете, было бы еще смешнее, если бы можно было бы типа запустить героик, типа вот этого, да? И в определенный момент у тебя, типа, просто дается возможность такая, знаете, скажем так, не проиграть. И, типа, если ты проигрываешь, то... Прости, чувак, пока. Ну, типа, ты сам лошара. И ты такой, как бы жестковато. Вам не кажется? Но им было бы пофиг. То есть, и как бы ты сам, типа, проиграл, значит, проиграл, все. Типа, пиши пропал, уж извини, это твой косяк. Ну вот, а разрабы пытаются в диалоге даже, кстати, добавить какие-нибудь фишечки, типа, вот. Мы все-таки попытались их отвлечь, но, прости, чувак, они, типа, знают, что вы тут и, типа... Типа, что мы уже проходили эту хрень. Я думаю, в третий раз это уже не сработает, на самом деле. Так как могло бы сработать. Какие два дебила. Два сказочных просто идиота. Я надеюсь, вы это тоже видели.
Прям в мою ловушечку. Так, дверь открыта, отлично. Так, здесь есть что-нибудь еще, кстати? 430-й винтовка. Ну вот, отлично, будем через винтарь стрелять. Однопатронная. Ну, в принципе, тоже прикольно. Зато он практически сразу им башни снимает. Так. Уничтожать кабал, это моя работа. Так. Сейчас надо будет допройти эту хреновую хрень. И, наверное, эта серия закончится. Хм. А снизу какая-то фигня, кстати. Народу в этот раз больше здесь. Так, лесная тропа расчищена. В принципе, типа можно идти вперед и ничего не делать. Вы же понимаете, что так неинтересно, да? Так, все окей. Ну, вроде как да. Слушайте, сейчас будет, походу, последняя тропа. Даже не верится как-то. Так, переключусь-ка я на нашу УЗИ. Так. Что-то мне не нравится, как они со мной поступают. Вот отойти на пару секунд, как он сразу... Оу, много. Хм. Готово. Ладно, посмотрим, что же они там за симуляцию это сделали. Теперь вексы, контролирующие симуляцию, знают, что у них гости. Они начали менять твое окружение. В смысле менять мое окружение?
Симулированное настоящее. Да, времени они зря не теряют. И нам тоже лучше поторопиться. Так, уничтожено караульных. А, вон в чем прикол-то, я понял. Будь осторожна. Эта симуляция постоянно меняется. Если так легче, постарайся не смотреть вниз. Ни хрена не легче, но... Ладно. У меня 4 минуты на то, чтобы подняться дальше. Это значит, что мне нужно и за это время ухайдокать. Приведет тебя к победе, нет, а твоего врага к погибели. Твою же ж мать. 3 минуты. Срочно. Быстро. Вот это минус. Ладно, умираем. По идее, мы сейчас возродимся там же, где и были. Около последних платформ. Ух! Вот это я сейчас отжег, конечно. Так. Нужно вот эту хрень убить. Няги, как они отлетели-то. Комбинации переменных и постоянных в этой симуляции просто поразительны. Жесть. Прочные структуры легко движутся. Какая динамика. И все это в строгих рамках симуляции. Удивительное зрелище. Да, к сожалению, очень... мне придется все это уничтожить, когда ты здесь закончишь. Очень мало времени, чтобы его убить. Выдающийся успех. Даже вексы не смогли предсказать твою победу. Могли бы уже понять, как дело обстоит.
Ух, героик-то прикольнее, я вам скажу. Здесь прям весело. Не так-то легко, как казалось. Две, одна, ноль. Ага. Мы выиграли. Я вот думаю, пора, наверное, с этим совсем завязывать на сегодняшней серии. Да, нас, конечно, ждут еще два испытания. Довольно жестких. Но думаю, что нет. Пусть они убивают сначала его. Так, посмотрим, что у нас здесь появилось. 429. О, да, мы наконец-то сможем резать, 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 резать. Все, все остальное, в принципе, говно. На самом деле, я дико хочу сменить цвет своей одежды. Мне очень не нравится розовый, но... Че поделать? Впрочем, мы на самом деле можем, наверное, это сделать. Цвет брони, ну, даже пусть на... Вообще отлично просто. Вот все. Пусть будет такая намного лучше, чем розовая. Шикарно же. Вообще. Обычный серый страж. Ладно, всем спасибо, друзья мои. Спасибо большое. Хорошего дня и настроения. Смотрите хорошие видео. Всем удачи.